Ну, мне большая радость. Я похудела на 10 килограмм. Чувствую себя замечательно. Сижу на бессолевой диете. Кушаю морскую капусту, яйца, котлеты из мента, из трески. Ну, очень довольна. Стало очень мне легче намного. Потом я, значит, занимаюсь ходьбой. По 6 километров в день я хожу. Бывает и 10, смотря, наверное, сколько, когда у меня, много ли у меня сил в этот день. Вот, чувствую себя прекрасно. Ну, конечно, 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 надо еще 60. Идем к этой назначенной цели. Думаю, что все будет замечательно. Все будет прекрасно. Делаю, чтобы, ну, кожа чуть-чуть дали мне рецепт, чтобы кожа была такая в тонусе. Делаю, ну, как сказать, смешиваю морскую соль с кофе натуральным, который промолотым, вот, со сливками. Делаю себе вечером скрабы каждый день. Вот. Ну, конечно, кожа такая, конечно, мягкая, шелковистая. Все, как бы сказать, приятная такая. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вот. Конечно, надо еще ходить на душ Шарко, на гидромассаж. Вот. Посмотрим, будет ли время на этом. Но в основном ходьба, диета. Ну, меньше ем. Вот. И, конечно, надо меньше есть и вкусно есть, чтобы не было так прям вот хочу жрать, хочу жрать. Так что все прекрасно. Спасибо, что смотрите меня. Пока-пока.